В Беларуси готовят указ об упрощении визового режима. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. В настоящий момент ведется согласование перечня стран, на граждан которых будет распространяться новый льготный режим, а также определяются условия упрощенных поездок. Особое внимание при разработке документа уделяется безопасности. Либерализация визового режима не должна повлечь за собой миграционные риски и перспективы финансовых затрат, связанных с депортацией нелегалов. Мы действительно хотим облегчить визовый режим для тех, кто хочет приехать в нашу страну. МИД совместно с другими органами государственного управления согласовывает текст соответствующего указа главы государства. Сейчас, вот конкретно сейчас, отрабатывается та часть указа, которая не позволит воспользоваться этими новыми создаваемыми льготами нелегальным мигрантам. Основная цель указа – продемонстрировать открытость Беларуси, укрепление деловых контактов, а также рост туризма и доходов от него.